Куда? Разве ты не должен лежать на пляже и подтягивать пинаколаду с зонтиком? Ты вообще в курсе, что происходит в Мидтауне? Это фабрика денег. Это не просто фабрика, Эстель. Знаешь, бывает дно, на которое я думал, не опустишься даже ты. Человек, который вместо одеколона брызгается кровью и мозгами, будет указывать, где мне зарабатывать? У них там маленькая девочка. Ей всего 15 лет. Понимаю. Думаешь о своей маленькой Лоле? Не говори своим поганым ртом о моей семье. Быть у меня во рту — это привилегия. Нет. Нет.